Приветствую вас. Вообще, надо сказать, что не очень это хорошая идея комментировать с точки зрения психологии такой сложный достаточно аспект, как отношения, вот, основываясь только на вот такой краткой информации, да. Если бы вы рассказали, например, что это за мужчина, какой это мужчина, что он из себя представляет, мужчина, я имею в виду, вот, как он себя позиционировал с вами, когда вы были, ну, когда вы переписывались с ним, вот, то можно было бы сказать вам больше информации, вот. Допустим, если это мужчина стеснительный, то, или если это мужчина неуверенный в себе, то его поведение носит один контекст. Если это другая история, если это другой момент, вот, то, ну, соответственно, уже и говорить можно о других вещах, говорить уже можно в таком случае о других моментах, вот, таких как, например, его меркантильность, да, использование вас, ну и, в общем, прочее. Вот. Так вот, в принципе, это работает. А так, пока что, получается просто то, что вы общались с мужчиной, он очень сильно настаивал на встрече с вами, вот. А потом вы встретились, и активность мужчины очень сильно упала и снизилась. Связано ли это, например, с тем, что человек потерял к вам интерес? Возможно. Связано ли это, например, с тем, что человек ну, там, к примеру, испугался, ну, просто испугался отношений с вами, да, возможно, и так, возможен и такой вариант. Дело-то не совсем в этом, знаете. А дело в том, что в зависимости от контекста вашего взаимодействия с ним, его поведение может что-то означать. Понимаете? Именно в зависимости от контекста его поведение может что-то значить. И вот вся тонкость заключается в том, что не совсем понятно, какое у него поведение. Не совсем понятно, о чем свидетельствует его поведение. Понимаете, какая штука? Такая вот история. И здесь вопрос не в том, почему он пишет и почему скис. Вы
как будто бы перекладываете ответственность на мужчину за то, что происходит сейчас. Дело в том, как вы сами реагируете. Дело в том, что для вас это все значит. Дело в том, как вы себя сами готовы в этой ситуации вести. Вот что важно. То есть готовы ли вы самостоятельно принимать какое-либо решение? Готовы ли вы самостоятельно делать выводы из того, что произошло? Ведь чем бы ни было вызвано поведение мужчины, это означает, что он на сближение идти сейчас явно не готов. Как бы там ни было, что бы там ни было. Понимаете? Какая история. И на мой взгляд, вы просто пытаетесь сейчас перебросить ответственность за то, что происходит в ваших отношениях между вами, с себя на него. А это означает, что вы себе не доверяете, это означает, что вы в себе сомневаетесь, это означает, что вы сомневаетесь в своих чувствах, сомневаетесь в своих эмоциях. И это, в свою очередь, является проблемой. По крайней мере, для вашего дальнейшего, скажем так, взаимодействия. Не только с этим мужчиной, но и вообще с мужчинами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!